Оля, кто из них кто? Непонятно. Маня. Так. Анечка. Да, девочка. Дамочки, с насушкой. Ай, насушки в своем репертуаре. Пятачок в нос. Ой, говорю, пятачок в нос. В камеру. Маняша. Ай, девочка. Вот папа вам повесил, да, гамачок? Все, кайфуют теперь все. Оп. Манечка. Ничего не видно так за ничего такой. Тут не видно. Лёлики-болики, вот же ж они. Не знаю. Лёлик, наверху болик или наоборот. Что ты делаешь? Обнимает. Она хочет спать, и его обнимает, чтобы уснуть. Да, Майя? Кошка-то. Балдеть. Люся, вход с центральной аллеи. Вот если к выходу будете идти, и будет прям указатель к Люсе налево. Спасибо. Если отсюда к выходу идти. Мы вас знаем, мы на вас подписаны. Спасибо. Спасибо. Маняшки, пиндюка. Высоко лежу, далеко гляжу. Отличное место. Прекрасное место, я бы сказала. Королевна, да? Королевна. Я не ухожу, я просто... Пошла Настю немного. Кря-кря-кря. О боже, ой, кто прискакал? На сушёнок. Прыгнула прям сверху на нее. Тебе так видно? Да. Что-то видно. А кто там пятачок? Вот эти вот пятачки. Они любят забираться вон туда, под самый верх. Да, эти на сушатах, хулигашки. Так. Заберет сейчас. Заберет. Эти, да, эти могут. Куда они там все делись? Маня, вы так, где? Так, нас не видно. Вот эти вот так. Смотрите, что голову там убрала. А это она или он? А я не знаю. Какой у вас хороший гамак. Прекрасный гамак. Еще внизу вон какая. Высоковато только. Качелька. Ну вот, чтоб любила высоко. Высоковато. Все как они любят. Так. И качеля, и гамак. Все шикарно. Спокойное хозяйство. А? Да? Я пошла к тебе. А то я тут стою с задранной головой наверх. Там, конечно, тоже класс, интересно близко. Смотри. Но... Нет, тут вообще здорово. Чем они занимаются в гамачке? Колбасятся, да, маняшки? А так, малышка лезет по лесенке внизу. Так, а оп. Давай, забирайся. Залезла. Она сухи, ловкие. Ой, она и смотри, бошек ищет. За шерсткой ухаживает. Самые лучшие насухи будут у Манечки. Ухоженные, пушистые. С блестящей шерстью. Груминг на высшем уровне, да, Мань? Это да. Маня сейчас, пока Степа будет социализировать Тосечку, Маня раскроет весь свой парикмахерский потенциал. Ну, никто не мешает, никто не останавливает. Не лезь высоко, не сиди низко. Куда пошла? Туда. Туда не ходи, да. Да. Даже сейчас Манин талант тут развернется. Пока Степан там в отпуске, на обучении. Я не знаю, в отпуске он или наоборот, знаешь, у него практика социализации Тоси, это тоже работа, знаете ли. О,
работаем. Они тоже хорошо с носушками, здорово. Я вообще считаю, что с носухами и амадрилом очень хорошо. Посмотрите на Люсю с Джоником. Мне кажется, вообще им прекрасно. Они вносят суету, непосредственность, какой-то движ. Движ при этом, ну, такой не агрессивный, да, не злобный. Никому не скучно, всем весело, есть чем заняться. Не скучают обезьяны, уж вот это точно. И носухам как бы норм, потому что, ну, не сказать, что прям там Люся с Джоником их гоняют. Надо к Данке точно ставить, запускать. Да, кстати, да, можно ж носух Дане запустить. Надо подать идею Алексеевичу. Иди сюда, маленькая. Не факт, что прислушаются к нашей идее, потому что у нас, конечно, идеи иногда бывают такие интересные. Наши идеи. Но... Иди сюда. В принципе, эксперимент можно провести. Думаю, что он не будет вредным. Что Плюся поделилась, надо сказать. С Даной. Все, насушонок там спит, смотри. Да, такой сонный. И даже он не мешает Мане, чтобы колбаситься в гамаке. Ну, что ей дали, палочку какую-то. Да. Ой, класс. А второй наш сушеный ушел в забудку. Второй самостоятельный, самодостаточный. Ох, эти пальцы. Ну что поделать? Удержаться невозможно. Знаем по себе. Хорошо сидят. И вообще я прям не могу. Такие клевые. Лемур, не лемур. Что, Ванечка, туристы видят, да? Ой, это что это? Ты к нам идешь? Маняшка. Манечка. Прибежала. Куда? Да. Я вас нашла. Я вас нашла. Слышь, будешь? Не будет. Да, Маняшка. А что ругаешься? Она не ругается. Она болтает. Она болтушка такая. Это не то ругательство. Я вас, вы здесь еще, вы еще здесь. Ай, ты делай, пошла. Это же салатная миска. Я так очень как без флаг. Ой, вот с этого. Ты тот, который там. Она, в принципе, да, немножко болезная. А? Она, в принципе, немножко болезная. Айда там посмотрим, кто там орал. Ой, на сушенок лезет. Ох, слушай, хвост такой у него. Сушистый, да? Угу. Ой, в группе у нас видела, что? В комментариях в группе, кто-то ВКонтакте, да, кто-то написал на сушата, это маленькие динозавры, и прикрепил гифку, ну, такое коротенькое видео, где ходят на сушке с поднятыми хвостами, только видео задом наперед. Поняла? И получается, так, шея, как будто они хвостами вперед идут, ага, а хвост у них как шея динозавра. Динозавра, да. Слушайте, такой класс, ого, реально, да? Смотришь, они как маленькие динозаврики. Такое забавное видео. Надо попробовать прокрутить в обратную сторону. Может, да, может быть, у нас получится. Идет, динозаврик. Топ-топ-топ. Вот она. Топ-топ-топ. Что-то копает там. Ну, на сухе знатные копатели. Угу. Конечно, еноты переплюнут всех, наверное. А я не знаю, мне кажется, одинаково с носухами. Мне кажется, еноты и лозы такие копают. На сухе такие глубокие эти норы не копают. Оно им потому что не надо. Не надо было. У них нет просто вот этого, знаешь, поиска приключений. Ну,
такая замечательная носушка. Что-то выискивает. Ваня там свою любимую носушку обнимает, обнимает. Заобнимала и ногами, и руками. Мне кажется, то нелюбимая, знаешь, какая согласилась там лежать, такая и любимая. Ну, вот это прям активная. Оп-оп. Хотя, может, и любимая. Но они не хочет с ней дружить, да. Посмотри, она ее как отпугивала. Угу. Это моя любимая, глазки это самое чистое. А ты кыш отсюда. Вам здесь не рады. Ваня такая, мороз не раз меня спасал такая. Уйдешь, да? Смотри, у той ноги на голове. И она сидит, не пискнет даже. Никуда не убегает, за подружкой или другом. Кто они, я не знаю. Мальчики, девочки. Тут же ж можно и ошибиться. Да. Тут может быть Лёля-Лёля, а через два года глядишь, а это Лёлик. Кошарик! Кто прибежал? А это кто такой пушистый хвост? Посмотри, больше, чем кот. Да. Чей это такой хвост? Деловой, деловой. Посмотри, деловой. Чей такой, да? Ты такой мау! Как классный. Беги, беги по делам.